На рынке начались качели, а биткоин стремится к 40 тысячам долларов. Альты тоже не любят стоять на месте. В связи с этими событиями, естественно, просыпается игровой сегмент Web3. Множество компаний, которые делают отличные проекты, уже готовы в ближайшие месяцы показать всему миру, что из себя представляет Web3 гейминг. Наша команда подобрала для вас свой топ-3 ожидаемых игр 2024 года на блокчейне, играя в которые ты получаешь не только удовольствие от процесса, но и зарабатываешь на этом. Не веришь? Тогда смотри до конца. Первая игра, которая присутствует в нашем топе, это Garant in the Lost City. Проект AAA моба жанра, который показывает незаезженные всеми играми жанры по типу Dota, Мобла, Лига Легенд и тому подобное. Команда представляет нам новые условия, где нужно оборонять свой трон от столпищ нежити, отбиваясь от которой мы получаем NFT предметы. Также можем покидать свои владения, чтобы зайти дальше, и чем глубже мы заходим в неизведанные локации, тем сложнее фармить, но лут намного ценнее. Боссы, которыми тут выступают древние боги отдельной мифологии, приносят наивысшие награды для всех участников рейда. Естественно, присутствие кооператива дает игрокам возможность собраться в дискорде и разваливать все на своем пути сообща. Преимущество игры строится на красивейшей графике, необычного геймплея, темного сеттинга и кооператива. А токен GLC данного проекта, а также Genesis NFT для раннего доступа уже можно заработать до выхода самой игры, катая в мини-игру в Телеграме. В нашем телеграм-канале мы освещали и освещаем до сих пор все новости по Garant. Одни из первых освещали про мини-игру, также разыгрывали у себя Genesis NFT для раннего доступа для тех, кто написал лучший комментарий в нашем подробном обзоре проекта на канале YouTube AlexMVP. Вторая игра из нашего топа — это RPG с огромным открытым миром — Illuvium, где вашему аватару нужно путешествовать по миру в поисках существ, которые называются Illuvialы, после чего их нужно захватить и обучать в дальнейшем, чтобы они сражались за вас. Illuvialы — это NFT существа, которые имеют свои прокасты с синергией, поэтому чтобы сражаться с максимальным профитом, нужно реально путешествовать по всему открытому миру в поисках редких существ для своей топовой сборки. Битвы проходят как батлер в режиме auto-chess, только если в Mobile Legends или Dota auto-chess все строится на рандоме сборки при старте, то тут вы создаете ее сами из тех существ, которые смогли приручить. Графика в Illuvium просто шикарна и даст присраться большинству проектов с открытым миром из Web2 сегмента. Проработанная система полетов, джетпаков, крутые звуки в игре дают геймеру полностью погрузиться в этот загадочный мир. А анимация внутри боев захватывающая и интересная, но не только на это можно залипать в батлере, но и на механику самой боевки, которой нужно будет привыкнуть, ведь она масштабнее, чем в привычных всем auto-chess. Разработчики дают возможность начать изучать игровой процесс без вложений. В дальнейшем, чтобы развиваться, посещать новые места, необходимо будет разблокировка обелисков и покупка более мощных осколков за эфириум. А токен игры Illuvium — это токен ELV, который используется для вознаграждения игроков за прохождение игры. Альткоин можно получить за сражения, выполнение квестов и тому подобное. За него можно приобретать дополнительные предметы и персонажей. Кроме того, можно продавать свои NFT на бирже IlluvioDex. На данный момент один токен торгуется в отметке 105 долларов. Также в игре присутствует синтетический токен, как игровая валюта, SELV. Таким образом, Illuvium стоит на равных с топовыми проектами как Web2, так и Web3 гейминга. За свой огромный, необычный мир, за прекраснейшую графику, анимацию и красивых и проработанных существ, которые сражаются за вас в любимом многим жанре батлера auto-chess. Третья игра, которую самая ожидаемая для команды и всего нашего сообщества, это 2040 World. 2040 — это игровая вселенная с элементами PvP и PvE, действие которое происходит на космической станции планетарных размеров, с открытым миром, топовой графикой и лучше проработанной экономикой, в которую команда вложила наибольшее количество усилий. Экономическая модель объединяет и криптонов, и геймеров. Одним из примеров следует добыча игроками нужных ресурсов для передачи их на обработку в производственные здания, которые во владение у таких же игроков криптонов. С данных производств изготавливаются различные ресурсы для игры, также оружие, броня, патроны,
нейроны и так далее. Весь этот процесс взаимосвязан, поэтому окунуться в него с головой нужно всем, чтобы заработать на этом. Давайте для геймеров подробнее. Вы зашли в Escape from Tarkov и смогли выжить, помимо этого унести с собой различные предметы, теперь они продаются не просто агенту либо обмениваются, а продаете это добро настоящему игроку, владельцу производства. За заработанные деньги, которые настоящие, а не игровые, вы решаете, что докупить и отправляетесь в следующий рейд. Таким образом, если у вас было много неудачных рейдов, вы уже у владельцев производств покупаете то, что нужно для дальнейших вылазок. Аватары есть как лицензионные, так и серые. Серые для простоты это free-to-play авики. Аналогия диких в Таркове, чтобы на халяву все лутать с этих лицензионных аватаров, короче. У многих страх может строиться на том, что в игре будут монополисты токенов, но переживать за это не стоит, ведь в игре будет введен аукцион, который распределяет внутриигровые ценности среди абсолютно всех игроков. Прекрасные проработанные мобы, где каждый из них несет свою опасность и разный подход для уничтожения, необычный сбор ресурсов, их анализ и лимитный лут для одной сессии. Рарность предметов, определяющая стоимость лута, различного рода статистики, такие как здоровье, стамина, скорость бега, внимание и другое, как в том же Таркове. Ну и конечно же токен TFT. TFT единственная внутриигровая валюта в мире 2040 World. С ее помощью можно покупать и продавать собранные ресурсы и товары, произведенные игроками. Токен будет размещаться в системе Polygon, а сама токеномика представлена у вас на экране. 2040 World это поистине шикарный, проработанный во всех направлениях проект, где будет все, что только нужно игроку. Мы посвящали немало времени как у себя на YouTube канале данному проекту, так и в нашем телеграм-канале. Клуб MVP вообще является ранними инвесторами в данный проект. Мы приобретали токены на сид-раунде и покупали капсулы, которые можно было приобрести в 2022 году. Также совсем недавно Алексом были приобретены те самые производства всех видов. Уже в конце 2023 года, начале 2024 будет запуск открытого бета-тестирования для всех желающих, но без включения экономики. Это все для устранения багов, конечно, которые будут найдены в ходе общих нагрузок. Но все детали по игре, если вам интересно, можно увидеть только от вашей обратной связи. Поэтому не забудь подписаться, прожать лайк, написать комментарий, чего ты ждешь от нас, и подписывайся на телеграм-канал. Там мы даем больше инсайт-информации, сливаем первые скрины, видео с данного проекта и готовим нашу гильдию под вход в данный проект.